Всем привет! Вот видео с вами посмотрим на компьютерное кресло. Удобное, технологичное, крутые материалы на месте. И да, пожалуй, это мое новое кресло на постоянной основе. Так что давайте будем вместе разбираться, как в нем сидится. Полное наименование модели данного кресла Thunder X3 Core Loft. Ну и, конечно, начнем мы не с комплектации, у нас здесь все-таки не гаджет, а кресло, а с материалов, потому что внешний вид важен. Первое, сильно, круто, в этом плане большие молодцы, я прям был удивлен, то есть кресло поражает именно визуалом, ну и, конечно, материалами. Это вентилируемое тканевое покрытие в сочетании с высокопрочной PU кожей. Все это позволяет нам достигать максимальной вентиляции, уровня комфорта PU кожи, я вам скажу, что это по сути алькантара автомобильная, на ощупь очень похоже, есть много вставок и что говорить, конечно, все это прекрасно отрабатывается. Глубину сиденья мы можем регулировать, благо для этого у нас есть соответствующий регулятор в нижней части. Открываем и можем смещать его на несколько положений вперед-назад и таким образом подстраивать именно то, которое будет максимально удобно вам. Это все зависит исключительно от ваших габаритов. Возвращаясь к материалам, ткань тоже тактильно на ощупь приятная, она, не подумайте, что тонкая, то есть здесь в принципе можно сказать, что особого износа никакого не будет. И параллельно с этим сама спинка, она имеет вот максимально эргономичную форму для того, чтобы у вас было ощущение обтекаемости. Похоже это все на некое кресло такого болида Формула-1, вот эти все моменты какие-то, ты все равно ощущаешь автомобильные нотки. Ну и по швам, по всем остальным нюансам здесь вообще никаких вопросов нет. И есть вот такая сверху кожаная вставка под карбон, ну, мое почтение, выглядит она не менее круто. Это кресло про технологии, технологии, которые будут помогать вам сидеть максимально удобно. И одна из них, это единственная в своем роде поясничная опора, которая меняет автоматически адаптацию к вашей осанке. Сама технология называется Core.RD DI360 Tech, и вы знаете, это безумно удобно, то есть когда у тебя поясничная опора действительно меняет положение, ну ты там чуть отклонился влево, она за тобой отклонилась и так далее, ощущается это мега комфортно, спина разгружается на раз-два, и однозначно это, пожалуй, самый лучший вариант для того, чтобы получать максимум кайфа от нахождения в кресле длительного промежутка времени. Подлокотники, у нас здесь как раз вставка из PU кожи, то есть здесь вот мы это все можем наблюдать, и они у нас 4D, то есть по краям у нас находится достаточно большая россыпь кнопок, которая позволяет по нажатию на эти самые кнопки менять положение подлокотника. То есть, соответственно, мы можем его сдвигать вперед-назад, влево-вправо, а также поднимать вверх-вниз. То есть, по сути, перемещать его абсолютно полностью в пространстве, так как нам это нужно и как нам это удобно. Положение, опять-таки, под разные габариты, под разные телосложения тоже будет являться серьезным большим моментом. Вообще, максимально универсальное кресло. Здесь прям Thunder X3 заморочились по полной программе, чтобы создать нечто уникальное. Коль мы с вами идем снизу вверх, давайте поговорим, что у нас здесь есть в плане подголовника. А это вот такая достаточно массивная подушка, она эргономичная, с боковой поддержкой. Как это работает? Ну, самый простой способ, конечно, вам показать. То есть, там внутри находится материал, такой пенный поролон, который максимально будет охватывать вашу голову, не будет особо проминаться, но когда вы укладываете, наверное, единственное кресло в своем роде, ладно, одно из немногих Thunder, есть у них еще пара моделей, где я сажусь и голова сразу падает на подголовник, супер комфортно, шея тоже разгружается, а теперь складываем все вместе, у тебя удобная сидушка, которая может менять положение, у тебя меняются подлокотники тоже, у тебя поясничная опора, которая движется вместе с тобой, тебя максимально подпирает, и плюс у тебя супер история с точки зрения размещения шейной части, ну и головы в целом, да по сути в нем, этом кресле жить можно, это действительно хороший, серьезный такой момент, который будет вас удивлять. С обратной стороны у нас опять-таки все выполнено из тканевой части, есть кармашек дополнительный, например, для каких-то аксессуаров, подойдет однозначно, кабель берете туда, пауэрбэнк или еще что-то, неважно, но наличие кармана всегда является серьезным плюсом. С нижней части в формате механизма у нас находится несколько лепестков, которые имеют и несколько подвижных частей, меняющие положение как самой спинки, на что мы сейчас с вами посмотрим, так и сдвигают как раз нижнюю сидушку,
крышку и все эти моменты. Сам механизм достаточно массивный и есть надежное крепление, позволяющее самой спинке находиться в том положении, которое для вас будет наиболее комфортным. Что я говорю по поводу изменяемой спинки? Здесь это выполнено не очень обычно. Чаще всего ты просто градируешь спинку на то, насколько она у тебя будет откинута. Здесь ты можешь менять, по сути, жесткость этой самой спинки. И таким образом она у тебя может откидываться вот максимально прям сильно, либо минимально. То есть тебе нужно будет сделать большие усилия для того, чтобы ты откинулся. Вот сейчас у меня такой средний вариант. Можно, соответственно, все это дело усилить. И я вот прям должен упираться для того, чтобы... Удобно! Ну и тут же стоит выделить газлив 4 класса с поддержкой до 150 кг веса седока. При этом еще важно понимать, что может быть синхронный наклон спинки и сиденья. В общем, все технологии в одном кресле собрались вместе. Основание у нас алюминиевое и 75 мм полиуретановые колесики на месте. Ездит кресло прям легко и непринужденно. Также у нас есть в комплекте многофункциональная подставка для рук и ног. Я вот в моем случае использую для ног. Сидеть очень удобно, ее еще можно разложить. И в целом наличие дополнительного подобного аксессуара — это серьезный плюс. Давайте переходить к итогам и там все резюмируем более полно. Что получается по итогам? Данное кресло действительно может удивлять. Удивлять по полной программе и радовать вас фактически каждый день в плане своего существования под вами, как бы это ни звучало. Но по факту вы действительно будете получать максимум удовольствия от использования именно этого кресла, именно для ваших ежедневных посиделок, рабочих, учебных. В целом даже отдохнуть за ним приятно. Поиграть долгие игровые сессии — это вообще не проблема теперь. От меня искренние рекомендации. Попробуйте, посмотрите, вы кайфанете. Да, недешево. Это, наверное, единственный серьезный вот момент, который может остыть от приобретения данного кресла. За комфорт, за удобство, за материалы, за действительно, наверное, одно из лучших кресел, что сейчас можно приобрести, стоит доплатить. В общем, от меня рекомендации 100%. Ну а актуальную цену смотрите по ссылке в описании, как и всегда. На YouTube продублируем все, прикрепленный комментарий. Не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться там, где смотрите. Нажимайте на колокольчик 2 раза, чтобы не пропустить выход новых видео, если смотрите видео на YouTube. Ну и, конечно, переходите по ссылке в описании в наш Telegram-канал. Много крутого бонусного контента, эксклюзивные шоу, различные скидки, бонусы, предложения. Все там. Ссылка в описании, QR-код на экране.